Всем привет! Я нахожусь на каком-то пляжу, вроде как это Мещерский пляж. Вот. И как я сюда попал, не спрашивайте. У меня сегодня тут, точнее не у меня, а у моих подопытных фотосет по псам. Чё это? Я не знаю, какой-то фэндом. Вообще не в курсах, что они хотят. Ну будет что-то очень водянистое. По крайней мере, я надеюсь, что никто не утонет, и я не утону и не умру. К слову, я больной. Если кому интересно, типа, я немножечко умираю, вот. Надеюсь, не умру до конца. Так вот, мои подопечные. Смотрите. Двое уже порезались. У одного из них уже две руки перебинтовано, потому что он тут самый главный самоубийца. Так. А, смотрите, у него еще и шея перебинтована. Фига, как он быстро это делает вообще. Вот да, странно, да, мы вроде на пляже, нужно топиться, а он режется. Тут еще один чел порезался, но это уже не специально. Тут, короче, мой гид, короче, убирает надо мной, потому что считает то, что я идиот. Сейчас, короче, начнется какая-то дичь, я не знаю, так что далеко не уходите. О, кукадр красивый, можешь что-нибудь поделать. Соблазняй зрителей. Просто я тут раздеваемся. Подержите пока кто-нибудь телефончик еще один, какой-то склад мне. И очки еще можете забрать. Как книжка канонная. Я шарю. Прикольно. Что, у вас какие-то парочки тут есть? Ну, это уж кто во что гораздо. Стоп, сейчас. Сука. Ты просто у нас пиздец. Я тебя убью за то, что так хуёво бинты заматываешь. Ты медик, а не я. Нехуй было их завязывать тогда. Рампа медик, черт возьми. Романтика. А ты тут что делаешь? А я снимаю пейзажи для коллекции. Вдруг понадобится когда-нибудь фон заменять на какую-нибудь фигню. Этот, что ли? Ну, например, да. Потому что какой-то там красивый дом. Вдруг у меня будут какие-то сараи на заднем плане. Я такой, возьму фига-ка собственный дом. Это Лим. Захреначь. А это его дом. Подожди. Как будто я держу свой дом на ладошке. Сейчас, еще не держишь. Подожди, подожди. О! Что, зашибись? Да. Да, и без отражателя, конечно, жопа. Ну ты лох. Бля. Кто у нас тут в белой кофте? Встань перед ними. Будешь отражателем. Или... Каким образом я тебе это отражать буду? Спиной. Спиной к ним повернись. Каким ближе. И медик, и отражатель. Не отражается. А зеркало есть? Нет. Большое. Ага, сейчас будет. Большое? Нет, в японце идти. Есть два маленьких. Ну, блин, сейчас что склеиваем. Склеивай, да. Крафт. Скотч. Свешивайся вниз. А, да. Что? Короче, у нас будет суицид, походу. Официально. В натуре не прям свечится туда? Ну не прям прыгнуть. Сейчас, кто-нибудь туда просто посторожит. Чем... Не прыгай, я думайся. Метик знает, как убиваться. Сбор телефонов и пиздеца просто. Фоткай быстрей. Подкачу. Быстрей. Так, третий, ты тут специально стоишь? Да. Можешь вообще как трушный туда перебежать, короче, и с той стороны сфоткать. Че стоишь? Иди за ними. Я не знаю, как пройти. Умеешь танцевать? Нет. А что-нибудь умеешь? Что-нибудь рисовать. Блин, ну это долго. И тут я такое понимаю, что надо формалку снимать. Серьезно? Да. Но у нас же девочка в купальнике. Стриптиз. Вау! А я, в принципе, понимаешь, она тоже такая, типа, сейчас буду тебя рубить. Пикник только начинается, потому что подъехала бухло и жрачка. Серьезно? Нет. Не, не серьезно. Да нет, там морс. Ты что, главный тиктокер на районе просто? Да нет. Тут вообще все. У Никиты отрывается по полу. На самом деле нет. Как там делается, я вообще не курсант. Подальше, подальше, пока оно не суициднулось, просто от действий куники. Давайте уходим, типа, мы не ждем. Да. Что, притащить биту вам? Давай сначала... Давайте без биты, а потом с битой. Да, бегите за битой, мне пока... Вначале без биты. Что это? Да, зай вампир. Ага. Или он свою кровь пьет? Я просто на весь этот трындец и осознаю то, что он полный канон.
Оно уже растает все. Или оно уже дохлое? Нет, тут почти все дохлое, кроме вот этой упаковки. Дайте мы тоже сожрем. Аля, бабушка, которая проходит, которая на рынке, короче, мимо нее проходишь, она там тебе предлагает чипсы, поки, недорого. Может быть, раскидать как-нибудь, типа, понебрежнее? Вот да. Я тут только все расставила, а вы вот пните кто-нибудь это все. Я просто каноны, куники да, ребят. Выруби перфекционизм и разбросай это все дело. Ну вот сейчас у нас кинет все. Больно как глазам! Здравствуйте. Здрасте. О, у нас тебе еда. Подожди. На. Я смеюсь, как Скуби-Ду. Ой, так можно было? А вы бежите от нас, она стоит. А вы бежите, можете медленно. Можете застыть, если вы умеете. Я думаю, проще застыть, потому что если мы побежим, это будет тепло. Вы можете медленно бежать. Просто не все умеют показывать беготню. И вы тоже. Не, мы за черненьким таким поросочком. За кем еще прятаться, блядь? Кричи громче, блин. Я и так кричу громче, не могу громче. Я говорю хвостик, шаг в сторону. Не будет видно вообще. Эти человеку в очки. Я умираю просто, пипец. Ну черненький ему вообще походу все равно. Просто грустный просто. Что дальше? Пошли. Пойдем на пляж, не знаю. Шапка капец. Пойдем теперь. Мы снимаем. Ныряй. Я не умею плавать. Вот научишься. Тут глубоко. Не, она грязная, не ходи. Я. Как такой комский. Комский? Да. Нормально, пойдет. Хорошо так. А ты хочешь кепочку? Хочу. Держи. Я так выщеголяю голый. Так, вот эту, который разлегся, ты можешь немножко сдвинув посередине? А так что аккуратно положу? Нет, я имею в виду вообще сдвинуться. Сейчас, подожди. А вы это что? Сейчас напишем аккуратненько. Аккуратненько, не все там аккуратненько. А что вы хотите? Лох. Да, зай, лох. Только надо на английском туда писать-то. Да. Да не вопрос. А на английский знаешь? Да, зай сас. Или как там его пишется? Сак. Сак, сас. Ну, сас тоже нормально. Я-то, блядь, буквы большие делаю. Я хотела предложить еще больше. А я хотела предложить что-нибудь разровнять, а то не видно ничего. Что они делают? Разглаживают, чтобы написать красивенько и аккуратненько. А что они потом с этим делать будут? Фоткать. А можно написать фул, как дурак. А может быть ступит? О, точно, ступит было бы клево. Я уже написал сак. Ладно. А чего вы такие невеселые? Потому что... Это персы такие? Ну, одни-то веселые, а другой нет. Веселые, веселись. Пошли по-быстрому. Пошли ближе к воде. Наги, сядь. Сидеть. 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 Чтоб тень убрать. Сядь. Блин, ничего на них тень падает. Ползи. Ползи. Помойте до зая, а. Я сама. Самостоятельно. Возьми полотенце, сядь на него. Я уже сел. Типа видно. Кто там пишет, блядь? Блядь, он пишет. Объясни ему, что это земля иногда воздух выделяет. Мы сюда ничего объясняли. Беги, беги, мы Мазис по
пакетики. Да, есть пакетики полиэтилена. Да кому они нужны? Мы же его бить хотели. Зачем еще? А всего? Пришли, разорались тут на пляжу, короче. Блин, бьют арбузы. Не, ну где... Пытаюсь его разбить на арбузы. Пытаюсь его спасти. Что он катится. Нет! Сука. Ну не утонешь, не сука. Говно не тонет, это наш арбуз, да? Нахрена? Что? Он хочет кадр, как он замахивается, чтобы разъебать арбуз. А вы его защищаете, короче. Арбуз. А, да, клуб защиты арбуза. Кого защищать, арбуз или куникиду? Арбуз, конечно. У нас и есть хуй садист, это вот. Слушай, мы никогда в этом году еще не ели арбуз. Охренеть. Мелкий! И в том году тоже. Иди сюда, арбуз. Здесь есть. Здесь есть еда. Блин, а я думаю, вы его бить будете. Контента не будет. Нет, они решили его сожрать. Ой, сколько разговоров-то было. Так мы же порешали, что мы его не будем бить. А, так я выиграл? Да. Выиграл ты, блин. Выиграл. Ты отстоял на правах защиты арбуза. Еее.